Речь я хочу повести вот о чем. Перед вами телефон Samsung. И я хочу связать телефоны Samsung, игры компьютерные на компьютерах, с системой охраны, антивирусной системой Windows 10. А проблему я это обнаружил. Такая проблема, что мало кто в это верит, но я ее доказал. И сейчас подтвердился в этом. То есть не сейчас, а на протяжении нескольких месяцев я в этом подтверждался. Скажу вам так, все началось, то есть мое осознание всего этого происходило, потому что мой Samsung, и не только этот, разные телефоны Samsung перестали перекачивать информацию по проводу Samsung. Причем все остальные операционки до Windows 10 все отлично перекачивают всю информацию. То есть связь идет великолепно. С Windows 10 после очередного апгрейда перестал апгрейдиться телефон. Вернее, не апгрейдиться, а перестал перекачивать файлы большого размера в MP4, видеофайлы. Я долго искал решение этой проблемы, нашел самостоятельно. И в конце я дам адрес ролика, в котором я вначале описал и проводил манипуляции с противовирусной системой Windows 10. И обнаружил, что все проблемы в ней. Однако многие специалисты по телефонам, по коммуникациям, компьютер, телефон, по электронщике давали мне совет заменить кабеля. Якобы новая операционка качает быстро, и если скорость ее падает, перекачки, то на тонких кабелях он просто обрубает связь. Мне показалось это очень большой глупостью, но однако я не преминул все-таки подтвердиться в этом. Перебирал я много. Вот эти вот все кабеля, это фирменные Samsung, они всегда работают. Еще раз повторяю, они также продолжают работать на всех операционных системах Windows, за исключением последней Windows 10. Windows 10 все работает, за исключением перекачки больших файлов. В моем случае. Но после того, как я убедился, что он не только файлы качает, он и вырубает ваши игры, они вылетают, он на каждом шагу может сделать проблемы. А в чем проблема? Так, ладно. Вот. Я купил вот этот кабель. То есть не то, что я этот купил. У меня много толстых всяких кабелей. Посмотрите на сечение, потому что специалисты по электронике говорили о том, что сечение играет большую роль в быстрой перекачке. И я опробовал с другими, и мне на какое-то мгновение показалось, что да, действительно сечение кабеля. Хотя, конечно, это проблема Windows, если по одному кабелю Windows 10 именно она качает, по-другому нет. Но тут я обнаружил, что и с этим кабелем у меня перекачка прекратилась. И с толстым кабелем прекратилась. Однако, вернувшись к тому методу, который я нашел, что нужно провести манипуляции с Windows 10, то есть там ошибочно запрограммированная система охраны антивирусная портит вам все на свете, вот это я описал в том ролике, который я покажу в конце. А на практике происходит вот что. Вот этот ролик, который я делал, а вот адрес этого ролика. Вы можете самостоятельно его посмотреть, если захотите. Я постараюсь дать ссылку в конце. А проблема вот какая. Начало проблемы вы увидите там, в том ролике. А закончить я хочу тем, что если у вас есть Windows 10, не верьте операционной системе, вернее, не операционной системе, а антивирусов, операционной системе Windows 10. Даже если вы ее отключаете, она вам мешает, она все равно работает. Подтверждается еще это тем, если вы, например, захотите настроить операционную систему, то у него есть еще одна функция. Сейчас я вам дам почитать эту штуку. Она находится вот на этой странице. Сейчас, секунду. Она находится вот на этой странице. И описывает, как выключить операционную систему, вернее, не операционную систему, все время оговариваюсь, охранную систему антивирусную Windows 10. То есть вы заходите в специфические папки и отключаете. Но что интересно, значит, по задумкам Windows, если вы там отключаете это все, вы потом при перезагрузке уже охранная система не включается. Но это не так, что я обнаружил. Если вы отключаете
в этих настройках специфических охранную систему Windows, антивирус, то при перезагрузке он может либо действительно отключиться, либо все равно включиться. Более скажу, как я и говорил в предыдущем ролике, даже если на экране у вас это все отключено, на практике это может работать. И помогает ее совершенно отключить только интуитивной манипуляцией, как я выложил в первом ролике. Поэтому еще раз хочу сказать, что если у вас проблемы, например, с перекачкой файла на телефоне, либо у вас не работают компьютерные игры, либо еще что-то, в первую очередь отключите антивирус на Windows 10, потому что он не работает. Это бракованная программа. Она будет вредить вам и никогда этого не покажет. А если при отключении не работает, вы снова включаете и снова отключаете. Как это делается? Я, опять же говорю, сделал это в предыдущем ролике, дам ссылку. И вот здесь... нет, я уже сбросил. Ну, я только что показывал мой ролик, где есть адрес, я дам ссылку. И в нем вы можете проследить. Я на съемке, съемочно, как бы телефоном, все это подтвердил, когда манипулировал туда-сюда, обратно, включая и выключая антивирус Windows, и добился перекачки файлов. В дальнейшем опыте я увидел, что также точно помогает при сбрасывании и глючении этой операционки с работой всяких игр. Более того, скажу, что такой процесс, глючный процесс с антивирусом на Windows 10 проходит не на одном компьютере, потому что исследования я проходил на разных компьютерах. Я проводил эти исследования с разными телефонами, с разными проводами, и работает только один метод. Выключаешь все антивирусы, его включаешь, выключаешь на каком-то этапе. Он действительно там в внутренних функциях отключается, вам не показывая. Опять же говорю, в первом ролике посмотрите, если захотите. И потом включается, но это единственный, или выключается. Поэтому это единственный метод так отключить, потому что Windows не предусмотрел здравомыслящего какого-то метода, чтобы вы могли пользоваться своим компьютером. Вот что я вам хотел сказать. Для меня это единственная помощь оказалась. И при перекачке файлов, ну, с играми проблема, вы же не будете все время выходить из игры, переключать, снова входить, это еще муторно. Но для того, чтобы перекачать файл, это единственный вариант был. Так что никакие провода, никакой новизны, никакой толщины, никакой фирменности вам не помогают. Но поможет вот такой манипуляция, отключение антивирусной программы Windows, если вы это сделаете так, как в первом ролике. Ссылку я дам. Пока.